Всем привет, это канал Мо Салим. Сегодня у нас в работе Toyota Prado. Мы его уже весь разобрали. Ну что можно сказать, шумоизоляция в нуле. Ничего здесь нет практически. Можете убедиться, вот маленькие кусочки на полу, на арках вообще голое все. То есть колеса слышно очень хорошо. Но, слава богу, здесь доступ хороший, поэтому мы все заклеим. И будет тихо. Вот пол тоже голый. Также двери. Ничего нигде нет. Клеить будем все по максимуму, чтобы добиться хорошего эффекта. Ну что ж, приступим. Вот заклеили мы Prado. Теперь вибрация будет гораздо меньше. Так вот, двери заклеены первым слоем. Сейчас будем клеить второй слой шумопоглотителя. Заклеили второй слой двери. Также уже готов третий слой на дверях. Продолжаем работу. Закончили проклейку Prado. Все, машина уже полностью готова, остается ее только собрать. Приступим к сборке. Вот и готов Прадик. Все собрали. Все на местах. Никаких щелей, никаких зазоров, ничего не появляется. Готов во всеоружии отправляться в путь. Спасибо, что смотрели. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь. Пока.